Полное описание и точные выхода 9 и 10 серии нового сериала «Лихорадка». 9 и 10 серии сериала выйдут в эфир 16 октября. В новых сериях мы увидим, как Полина выгоняет Славу из дома. Он сначала не понимает, в чем причина ее состояния. Тогда девушка доходчиво объясняет ему. Иван приезжает на место преступления, созванивается с Полиной. Она рассказывает ему о готовности вакцины и отчеркивает срок в 3-4 недели для ее испытания их на людях. Иван понимает, что у африканских жителей нет столько времени. Поэтому Полина принимает решение опробовать вакцину на себе. Иван переживает за безопасность Софи и всей ее семьи, поэтому предлагает переехать им жить в госпиталь. Она не сразу, но соглашается. Туда же приезжают двое новых врачей. Славу на работе поджидает Жанна. Мужчина зол на нее, просит уйти и не возвращаться. Ей, конечно, приходится повиноваться, но она ставит его перед фактом, что их отношения с Полиной уже давно изжили себя. Вакцина успешно проходит все испытания, в результате чего удается изготовить 200 образцов для отправки в Африку. Довольно скоро их доставляют в одну из деревень Лемурии и начинают колоть жителям. Одна из врачей грубо нарушает условия хранения вакцин, забыв закрыть холодильную камеру, в которой должны храниться пробирки. 9 и 10 серии сериала выйдут в эфир 16 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.